2 недели назад ушел штаб по подготовке к Олимпиаде. Мы договорились встретиться отдельно по каждой федерации, обсудить планы завершения сезона этого года и планы на отбор и подготовку к Олимпиаде следующего года. Значит, ну, закончился чемпионат мира по гребле, закончился для российской команды неудачно. Наша команда, ни один экипаж не отобрался для участия в Олимпиаде, хотя у нас были определенные перспективы. Там есть, мы сегодня обсудили и объективные, и субъективные обстоятельства. Главное, сейчас мы договорились о том, что сейчас мы определяем все те наши основные приоритеты, потому что буквально вот через несколько дней начинается уже подготовка к новому сезону. Вот. Понимаем, что несколько экипажей, до 4 экипажей еще есть шанс отобраться. Вот поэтому нужно сейчас четко разобраться по каждому экипажу, по каждому спортсмену, по плану подготовки, по обеспеченности инвентарем и оборудованием, по контролю за подготовкой. В общем, в принципе, для нас никаких тут таких вот секретов нет, для нас все понятно. Договорились встретиться еще раз через пару недель уже с тренерами по дисциплинам. Ну и уже, честно говоря, уже пора готовиться к следующему олимпийскому циклу, уже к следующему олимпийскому циклу, потому что, конечно, надо сказать, что последние 3 олимпийских цикла, ну, сборная команда по гребле выступала не на том уровне, на котором мы все ждем. Огромное спасибо Павлу Анатольевичу за то, что была проведена встреча. Соответственно, все, что Павел Анатольевич сказал, можно подтвердить. Да, на данный момент мы не имеем ни одной лицензии, но шансы у нас остаются. Есть впереди у нас 2 этапа отбора. Будет, соответственно, 27-29 апреля следующего года и 17-18 мая следующего года будет 2 квалификационные регаты, на которых мы сможем, я думаю, завоевать лицензии на Олимпийские игры. Соответственно, сейчас детально проработаем план. Он уже, в общем-то, практически готов. Единственное, Павел Анатольевич указал на некоторые моменты, которые нужно детально проработать. Соответственно, в ближайшее время мы встретимся и обсудим уже детально, соответственно, все моменты по подготовке к отборочным соревнованиям на Олимпийские игры в Токио 2020.